Всем привет! Решили с мужем пойти в водный поход Тольятти, Самара, Тольятти. Посмотреть окрестности, живописные места, ночную Самару. Что нам для этого нужно? Лодка «Адмирал» 3,5 метра. Мотор «Тахацу» 9,8. Две канистры бензина по 10 литров. Два кресла в чехлах. 10 литров воды. Ящики с чем? Ящики со спальными мешками, посудой и разными нужными мелочами. А также спасательные жилеты, палатка и личные вещи. Еда. Обязательно еда. Еще личные вещи. Матрас для палатки. Ого! Вот это размер. И мы на своей лодке ПВХ. Вот когда все упаковано, вперед, навстречу впечатлениям.
Что? Ну, чтобы бензин там закончился. Не надо отсюда. Нашли место напротив Самары. Сейчас осмотримся и поставим палатку. Ого, тепло. Пошли место посмотрим. О, даже мангал есть. Неожиданный эффект. Тут отсек есть, короче говоря, и тут вот приток воздуха, вот его надо открыть. Что забыл? Чудик. Ой, хорошо. Видом на катер нашей мечты. Баско 740. Отметим прибытие. Тольятти-Самара. Переход удался. А мы все-таки увидим огни Самары, да? Покажи мне огни Самары. А вот они. Смотри. Thank you.
Не нравится. Закончился бензин. Не хватило всего лишь 1 литра. Не дотянули всего 10 километров. Пришлось эвакуироваться в непредвиденном месте. Вывод. Нужно иметь запас хотя бы 2 лишних литра, чтобы дотянуть до нужного места. Всем пока!